Вот такой вид у нас. Где мы поселились. В номере вроде ничего, да? А здесь все застроено. И можно даже поздороваться с соседями, да? Все очень близко. Четвёртое сентября 2021 года мы оказались в таком месте. Это через Booking.com. Вот. Архипова Осиповка. Да, и как мы сюда все-таки долетели-то? Вообще собирались изначально в Сочи полететь. Ну, это предыстория, да, первой серии. Там, кто смотрел, тот знает, да? Вот, и буду как раз рассказывать. И пойдем, сейчас закрываемся. Вот. Рейс у нас опоздал. С утра пришла смс, что не торопитесь. То есть все нормально, не спешите. Но когда в Москву прилетели в 11:05, и у нас рейс был в 11 часов, и все, мы, короче, страховку не брали от невылета. У нас получилось, что, как сказали, билеты пропали. Но это тоже спорный вопрос, это когда домой уже доберемся, будем все это обсуждать. Вот, пришлось нам купить билеты. Билеты до Сочи стоили 17 с чем-то тысяч. И самое... До Краснодара даже тоже пытались, но тоже сказал, говорит, они дорогие будут, вот. Доброе утро. Доброе. Ну, как у нас все серьезно. Попали в дом. Вот. Ну, то есть получается, что самое дешевое это было до Анапы за 5 тысяч долететь. Вот, 5 тысяч 80 рублей. Что теперь, до Анапы? А сюда уже на такси доехали. Такси взял 4 тысячи. Ну, хотя изначально просил что-то... А, 4-400 мы слышали, да? Да, ну 4,5. Нет, он 5 попросил. 5? 5 попросил, да. Мы говорим, ну за 4 поедешь. Он говорит, да я вас тоже, говорит, отвезу. Все. И потом по дороге такой интересный, кто-то ему звонит, он, да я, говорит, уже уехал, все. Вот. Я, говорит, уже уехал. Домой поехал. А, домой поехал, да. Ему, видать, надо с точки сняться было, тоже какие-то это... Никого нет там. Ну, мероприятие. Что-то кепка какая-то. Да не знаю, смотри, кепку купить. Да, Вадим пытался кепи купить, но она маленькая. Она говорит, нет, вы померьте, она же регулируется. Ну там одел такой, знаете, на ребенка. Вот. Кепка, так что сейчас пошли обедать. И как раз сегодня сланцы купить надо новые. Надо не сланцы, не надо эти сандалиями, чтобы было или кроссовками легкими, да? Легкие кроссовки. Здравствуйте. Номера тоже вот сдаются. Бесплатный Wi-Fi 2, 3, 4. Ну, то есть, если кто-то заказывает заранее, я тоже уже какой год повторяю, что да не надо этого, смысла нет вообще. Мы зашли вот через интернет вчера, и самый почти первый попавшийся заказали. Ну, переночевать пойдет нормально. Перепарахлились, короче. Да, 400 рублей. ХБ говорит. Форму держит. Ну, посмотрим. Ладно, да тут нам. Да. Не пойму, то ли погода так испортилась. Ну, вроде кто в кофте идет, то еще. Ну, так-то тепло. Вот. Стоянка совершенно пустая. И людей нету. Вечер пусто, да, было вчера? Подъем был. Вообще непонятно. Да. Едет на работу, да? Да, аттракционы собирают. Сейчас позже, наверное, часам 12, может быть, местного времени, уже народ подтягивается, начнет на море. Вилки, ложки, дистанция 1.5 метра написано. Суп что-нибудь такое? Вообще больше вот попробую. Ну, по нашим ритмам у нас уже обед, так что здесь утро. Сейчас пока перестроимся. Этот круг или вот этот? Наверное, то же самое, возможно, попробуем. Ага. Еще что? Спасибо. Приятного аппетита. Дайте мне также рис и котлету рубленую.
точно та же самая работает, которая работала и 2 года назад, да? Которая любит обсчитывать. Я ее уже тогда за руку прихватывал тогда. Ну, может, случайность, ну, посмотрим, что. Два раза. Точно. 421. Вот так выглядит чек. Теперь только по вкусу уже расскажем позже. Ну, суп гороховый вроде ничего. Потом что? Рис совершенно безвкусный. Котлеты что-то как-то рыбой отдает. Не пойму, сам, но ладно. Вот. Попробуем сейчас блинчик. Что ты не доел суп? Да, короче, пойдет. Если есть, хочешь, съешь. Ничего там, не отравишься. Но дело в том, что безвкусно совершенно. Куда делится, да? Уже купили и поели. Что тебе, как обед-то? Да так, на троечку. На такую слабенькую, да, троечку? Да. Не знаю, что-то я сейчас только высказался, говорю, безвкусно совершенно. Ладно, идем к морю. Аттракцион. Конечно, смыло, что ли? Да? Длинный туда такой был, да? Но воды же не больше стало в море. Пляж куда-то исчез. Размыло. Сюда пойдем. Посмотрим. Вытаскал эти, вытаскал, блин. Она закопала, даже дома кто-то ходит. Ну, в принципе, здесь опасно купаться, если что-то, потому что могло из берега подтащить. Пирс размытый здесь. Вот сейчас трактор оттуда в GCB выходил, то вот он свежее копал. Через 1.5 часа. Я думал, как-то не ходят. Подошли, где в том году был джекбот, или позапрошлом даже году был. В этом году даже пирса его не видно. Не что-то нет. Все замыто, да? Угу. Смотри, видать, погода как штормовала, ветер. Берег новый. Проход такой широкий стал. Был же узенький такой. Точно. Прохоровский пляж пустой, никого нету. И может быть даже из-за того, что еще вода холодная. Ну, люди купаются, потому что есть такие моржи, что им без разницы. Ну, на улице я бы не сказал, что тепло. Вообще прохладно. Вот. Да все такое холодное, вот камень берешь. Но... Ладно, еще пока не рискуем. Сейчас пойдем до Вулана сходим, посмотрим, может быть, концерт какой-то сегодня есть. Еще вечером там разнообразить свою программу. Ну, то есть, знаете, просто прийти, если вот такая тишина на берегу и завалиться спать, это вообще же скач будет. Ну, хотя у кого коньяк, им без разницы. Горыныча надувает сейчас. Ребятишки придут днем, будут прыгать на нем. Для себя? Ну что я такое могу снять, что мои глаза не видят? Вот скажи. Ладно, удачи. Хорошего дня. Да, конечно, я про это говорю всегда. А? Да, да. Все вообще обязательно. Я 9 вот последняя, это вообще версия. Но она чуть больше, 7 меньше у меня была, но она звук теряет. И в воде она потом выходит, надо продувать или еще что-то. Да, вот а такое. Вот к ним дополнительный микрофон. Сейчас мы с мужиком разговаривались, вот этот аттракционы надувает. Ты же о чем снимаете, что там? Да я говорю, да просто вот как здесь. Жизнь, как утро, река просыпается, море, народ выходит. Я говорю, что так мало-то? Он говорит, 5 числа поедут. Ну, видать, тут они уже знают какие-то даты. Школа, говорит, началась, и дожди прошли холодно из-за этого еще. Сейчас, говорит, ну, издалека мало кто приезжает, только местные поедут. Ну, а местные, конечно, по погоде уже. Это кто-то, если с регионов, то мы, конечно, больше ориентируемся на то, что когда у нас отпуск или там выходные, вот такое вот, тут можно по погоде. Ладно, всего хорошего. Сперва вроде, знаете, как агрессивно воспринял, что снимаем, да, потом поговорили, вот все. И вот сейчас даже, говорит, приходите, когда дети будут днем, то есть, когда народу много будет, приходите, снимите аттракцион. Блин, ну это все-таки реклама. Я не думаю, что, знаешь, если кто-то снимает, это значит с подковыркой или еще что-то. Нет.
То есть, если я тебя снял, показал, это же еще реклама, ты еще может вспомнить это место. То есть, детей своих приводил, сами рядом стояли. Да проходили вот даже по набережной, просто проходили, то увидели. Вот. Нет, нормально все. Везде люди, везде, конечно, понятно, что. И озлобленных много всяких. Это корова потрепала. Сейчас он паруса сложит. Вот в отель сейчас заселились. Ну, не отель, там номера, гостевой дом. Вот где бы мы ночью еще не нашли, ну, его бы могли найти, вот. То есть это интернет все-таки. Вот. Сели в аэропорту, посмотрели, заказали, и уже по дороге пришла смс-ка, то есть оплатите половину. Я перезвонил, я говорю, что-то принципиально, нет, потому что мы уже сейчас едем к вам. Он говорит, да ладно, если говорит, как бы перезвонили, все, приезжайте. Ну вот, нас женщина встретила, сейчас все нормально. Короче, хороший номер, все, и спокойно. Ничего, музыки нет, дурной, и шатаний никаких. Ну, соседи спокойно, это уже немаловажно. Вот. Как зовут? Испугался, блин. Испугался, блин. Жир продают. Дальше, кстати, дают даже попробовать бесплатно. Банка 200 рублей, и люди, говорят, нет, там такой не надо. Вот. Почему так? Я не знаю, дальше цены, ну, может быть, оно где-то и на земле валяется. Просто собирают банку и продают. Экскурсия по улицам. Садовая. Дом интересный. Машины не ставить, не загораживать. Кстати, улица широкая. Удивительно. Там к центру ближе, она какие-то все уже становится. А здесь может, как-то вообще договоренность или правила какие-то есть. Стильно дом сделан. В вензелях, каких-то завитушках. Вот. А, еще и продам даже написано. Да, в том году еще это все функционировало. В этом году даже специально, по-моему, стекла камнями кто-то разбил. Вот есть такие заброшенные участки среди небоскребов местных. Такие 4-5 этажей. Где-то шикардос, хозяева здесь, а где-то брошенные. Вот эта стройка, по-моему, начинается. И окна даже. Окна сразу на улицу, видишь, выходят. Это забор такой будет. А, ну да, то же самое. Чего стесняться-то? Только сказал о широких улицах, да, вот везде. Уже кто-то около себя загородил. Это как обычно. У нас также в городе. Кто покрышек не кидает, то бутылок они еще. Своего мало двора. Это морская 10. Что, в нагляд по улице забрал и все. Кофе, велосипед. Кто желающий, может кофе выпить. А в том году машина стояла. Это большая, да, типа Форда, и сзади у них там оформлено, так было хорошо. Такое впечатление, народу вообще никого нету. Не знаю, что-то он сказал нам, там, что там мужик говорит, после пятого поеду. Но что должно после пятого произойти, чтобы здесь толпа появилась. Нехватка мест, говорит, на юге, да, Вась? Что-то там, все забито, вообще никого нету. Синие, черные. Нет, 44. Сегодня выбираем валик кроссовки. Вот, легкие. Или все-таки выберем сланцы, купим, да? Все, полно. Вот размер это не получается. Выберем. Нет, ну здесь более такой пляжный. Панамки. Детские игрушки. Мне нравятся такие вот игрушки. Смотри, какие интересные. Вообще обалдеть просто. Ага. А, тут 50 метров будет.
ребят, здесь мы сейчас живем. Закрывает. Не, ну я не думаю, что-то бы мы вчера вечером бы приехали, да, что-то лучшее бы нашли. Нет, навряд ли. Нормальный номер пойдет. Даже вот стол можно вот так вот разложить сюда, сидеть. Интересно сделано. Также сушилка интересно выдвигается. Да такой все минимальное, но ремнабор. Полотенце не брал, ничего? Нет. Или взять? Да фигня. Надо взять, наверное, потому что сейчас купаться пойдем. Ну, хотя, по крайней мере, попытаемся искупаться. Не пойму, знаете, что то ли у нас наружу написано. Говорит, опять нас, кажется, за ментов приняли. Вот. Как будто мы полицейские из органов. Ну, ладно, пускай. Так даже проще жить. Весело. Ну зачем? Что, наружу написано у нас, нет? Нет. Ну что, погоны или петлички видно. Да. Мы вообще идем, конечно, купаться, но не знаю, потому что не совсем жарко, да? И как будто... Нет, за подарками ничего делать, будем еще кепи купить. Там, да. Матершины. Аттракционы-то на самом деле не работают. Потому что автобусы ставят, разве бы оно работало. Вот это вообще такая прикольная штука. Даже улица новая зашли. Возможно, мы сейчас выйдем все-таки на набережную. А тоже еще сами, знаете, вроде сколько раз здесь были. По всем улицам же не пройдешь. Тоже самое интересное побродить. Так, улица Морская. Здесь, кстати, ближе к набережной можно насквозь пройти от Вулана. Слушайте, так шлеп-шлеп, это пятками сланцы. Ну, не, по пяткам сланцы молотят. А пока мозоли не натрем, будем в них ходить. Потом опять кроссовки наденем. И как интересно, что интернет, продавцы все парализованы, они сидят в телефонах, ни один не подойдет, даже ничего не предложит. Они все, знаете, даже головы не поднимают. Ну там интереснее, правильно, что там покупать не подошел. Да. Нужен он разве? Найдем другой. И навязчивые не нужны тоже. Так все равно хотелось что-то. Вопрос задаешь, да? Она сидит, голову не подняла. Вот. Теща моя. Вот. Кстати, ночью дождь шел, лужа такая. Ставили, короче, без присмотра попугаев. Я уже сфотографировался с ними. Ну а что? Что нам там теряться? Это правда же? На фоне корабля. Вот, нормально. Да. Ладно, друзья. Надо пользоваться моментом. Я не знаю, даже что-то пойти спросить фотографию. Сколько с попугаев сфотографироваться стоит? Любая сверхзвёздочка, она вот эти 300 рублей. 300 рублей, все понятно. Вот, друзья. По согласию? Да это надо потом. Вечером. Кстати, когда ехать, решили сюда, да, в Архипе Осиповку. В этом году точно на джекботе кататься не будем, потому что, ну что, уже надоело, да? Одно и то же. Вот. А его и нету. Это так. Сейчас узнаем, сколько еще на лодке переправиться туда. 40 рублей двоих или с одного? На одного?
40 рублей на одного. Да, да, гребти-то больше стало. Было 25, стало 40. Понял? Ну, гребем? Гребем. Сюда-обратно. Да. Вот рубль, выход 2. А что так забыл? Это зимой так намыло или сейчас в это время? Где там? Лодка там? Аккуратней. Ага, спасибо. Так, это называется часть Прохоровский пляж. Если мы так будем смотреть, это Ёжик гора. Кто помнит, был здесь. Понятно, как это. Наверное, где-то здесь вот остановимся. Вот в этом месте. Ну да, сильно штормило. Видно, что и мусор, ветки, пластик, который никуда не девается. Идем купаться. Я ничего не знаю, там какая вода. А? Да вроде ничего, ага. Значительно теплее. И чуть-чуть. Ну не шторм, а вода подходит на нас. Волна идет. Вау. Сейчас на глубину зайдем, уже будем плыть. Ой, елки зеленые, блин, ноги сейчас сломаешь. Капкан мне. Ты знаешь, я бы не сказал, что вода чистая. Не, не чистая. Взвешенная, да, такая, из-за того, что... Шторм был. Штормило. И, кстати, парня сейчас на берегу встретили, он тоже говорит, вот буквально там какие-то несколько дней была вода. А три дня назад, говорит, тепло было, как слеза, вода. Вот. Размыло берег, конечно, сильно. Так, ладно. Сегодня еще здесь находимся, завтра уже уезжать будем. Еще даже никуда не решили. Вот. Ну, вообще в этом году, наверное, еще в Крым съездим. Ну, посмотрим, короче, у нас. Путешествия. Град Сочи не получились, так что, может быть, Крым лучше будет. Сергей, того парня звали, который из Беларуси, вот. Интересно, сейчас вот тоже как бы попрощались, все. Барабулька нас рыбу угостил, он говорит, мы, я говорю, мы ее даже ни разу не пробовали. Вот сам первый раз рыбу попробовал. Да, и потому что я говорю, да тут все, что хвалят, все попробовать невозможно. Так же, как водопады местные, знаете, ребят, ну, если пойдете, то есть должны дожди пройти, может быть, какой-то поймаете, в этом кайф. Да ничего там такого нету, вот. Да, кстати, площадку размыло. Видишь, волейбольная площадка, да, была. Волейбольная. Все, и размыло. Пляж отцепной полностью. Вот. Да, что-то пакет, который у нас мусора образовался, надо его. Все. Оставляем. Переправляемся на тот берег. 8 человек вместительность. 9, еще рулевой.
24 сентября 2021 года. Вот. И как будто бы мы здесь уже второй день. Ну, начинаются сутки же у нас когда начинаются? До полуночи. Вот. Шатаемся, заняться нечем. Да купаться тоже сильно туда. Не камильфо, да? Толчок, тут вот такое седалище, туалетная бумага есть, освежитель, вода смывается. Друзья, зашел в туалет, говорю, 20 рублей со здорового человека. Сколько же, говорю, вы с больных берете? Она, так же, говорит, берем. Как так? Вот. И дед выходит, говорит, все здесь больные, говорит, ходят. Он, наверное, не понял, о чем я говорю. Ладно, ничего. Так, а мы движемся по улице, по набережной. Что мы хотели еще сегодня увидеть? Поесть, да, в столовой, наверное, зайти. Но в столовой не, сегодня не будет вот это, например, потому что не понравилось. Да все. Подвела. Да нет, рис какой-то безвкусный, вот это котлеты, да, непонятно, да, с чего она делала. Рубли, да. Может, мы, короче, не привыкли. Да нет, это в то же место. А что-то бесплатно дают? Чебуреки. Остановитесь постоять, это два. Нет, два года назад мы здесь отстояли. Нет, спасибо. Нет, не советую вам, ребята. Не советуем. Давайте. Удачи. Лучшие чебуреки на побережье. Это где-то там, но где вас нету сейчас. Температура воздуха 26, воды 27. 15:11 местного времени. Центральный пляж Архипа Осиповка. Интересная штука. Туалетный модуль приобретен за счет средств курортного сбора по техническим причинам. Ну, и что там дальше-то? Что технические причины? Не работает или что? Вот так вот дела, ребята. Да как он будет работать? У него кондиционные. Люк, вот он, сразу в море. Скорее всего, хороший шторм был, потому что вымыло даже, вот смотрите, укрепляли берег. Какие-то сваи или что-то засыпали. Все поотмыло. Это такой лягушатник здесь. Кстати, нельзя купаться, ничего вообще к этому, потому что со всей долины канализуха сюда сливается. Вот эта часть моря самая, наверное, грязная будет. Вот. Что, идем дальше? Все, что у нас. Я зачем учиться? 200 рублей, дети от 3 лет, сопровождение взрослых. Фото 50 рублей для посетителей бесплатно. То есть, ну смотрите, оно вообще не работает никак. В том году не видели, что работало, в этом году не работает. Временное тату. И мехинги, по-моему, написано. Не знаю, что это такое, но то есть уже фишка новая.
Так много их не было. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, восемь столиков занято. Где вот татушки? Буквально недавно, да, появились? Это их не было, вот они только вышли. А, ближе к вечеру. Парк. А, аттракцион, все. Не увидел. Самообслуживание. Вы знаете, ощущение города-призрака. Детские аттракционы накачанные, все работает. Никого нету. Аттракционы. Батуты, крокодил страшный, горки детские. Кстати, очень странно, карусели зачехлены. А вот он, эволюция, да, эволюция. Что-то я на ней раз 7 катался. Тогда дорого казалось, но ладно, пойдет. Это уже лет 10 назад. Нет, подожди, в 9 году мы сюда приезжали, 12 лет назад. Картофель свежий, помидоры 50, 130, 100 рублей. Можно черный принц, сорт каприз, непонятная цена. Багет, кукурузный хлеб. Да все есть, короче. Даже рыба игла была. Сейчас мы смотрели. И судак большой. На батарейках. И подошва хорошая. Ну, хвалят, все хвалят. Даже баран есть такой. Красавец. Красивый какой. Это подушечка. Хотите тут, хотите тут. Днем игрушка, и в машинке стирается он? Стирается, да. Ну, как вот казали-то, интересно. Вот так вот. Ну, ребятишка, вообще прикольно выглядит. Ну, на подарок хорошо. Да. Нет, у Лехи такой же самолет. У Саньки есть. Там еще пропеллеры. Нажимаешь, он сколько-то секунд, 30 секунд отрабатывает, потом сам, короче, выключается. От USB заряжается. Известия. Короче, до 11 ограничения только здесь, в Гельжинском районе действуют. А в Джубке до 2 часов гуляют, и пожалуйста, никто ничего. Говорит, все садятся на такси, уезжают туда и там гуляют. Тусуются потом назад. Вот. То есть для чего-то это сделано. Ну, то есть это с 1 августа вообще. С этого года, с 1 августа. Да, такого не было еще. Но тот год это понятно, да, карантин, еще что-то такое. Но, говорит, в этом году вроде ограничений сильных не было, но народу значительно меньше. Да, улица Школьная, на которой мы живем, да, нам сейчас, ну, не рукой подать, но близко уже. То есть, чем улицы ближе, тем они становятся уже. Ну, к морю, да. Вот. И чем центральнее. Это в том году отсюда дождь всю ночь лил, и мы в такси загружались, уезжали. Интересно, кстати, таракана там в комнате поймали. Да так, вроде ничего, наверное, пойдет. Быстро мы как-то нашли, то есть, единственное. Вот. А, не быстро мы его нашли. Вот. Мы походили по округе, все. А сейчас мы проживаем вот перед этим. Домой? А он нас уже ждет. Ну, да, что-то пытательно собрался. Что-то, говорит, хочу вас расспросить. Ну ладно, потом вам расскажу. Люда, по-моему. Местное время 8 часов. Пойдем, походим, пошатаемся. Чуть-чуть морозит, то и кажется, знаете, то ли сгорел, то ли нет, но вроде тепла такого, особо жары не было. Но солнце все равно южное, оно такая штука, может в любой момент тебя пригреть. Одето тепло, ветер холодный, вот.
Но почему-то кажется, что мы сегодня перегрелись. Чуть морозит. А? У тебя какое-то лицо сгоревшее. О, о, больше. Так, спокойно. Молодец, все-таки пропустил, да? Не стал куда торопиться. Че, говорит, бабьего лета не было, сегодня нам сказали. То есть будет тепло. Когда, только неизвестно. Мы сейчас по побережью еще сегодня там или завтра утром. Завтра утром, наверное, решим, когда по побережью будет тепло и где. Вот. И туда мы передвинемся. То есть или в сторону Сочи, или в сторону даже, может быть, Крыма. Вот. Что-то такая идея пришла. Ну, там, если до Анапы, нам 2-2,5 часа передвигаться. Ну, может, где-то посерединке остановимся на 2 дня. Нет. Может, вообще еще куда-то на Азовское море уедем. Еще, вот реально еще ничего не решено. Все только завтра. Верно? Так. Мне сейчас показалось, что как бы заводится. Из какого же края возвратились сюда на ночлег журавли, но не быть чудеса. Журавлем я не буду, здесь под небом чужим остаюсь навсегда. Спасибо. Так летите ж быстрее на мою Украину, передайте привет, журавли, от меня, передайте прощание Украине земле. Я удивляюсь, что разрешают такие песни петь про Украину, да? Да, кстати, в столовую зашли, они там что-то спорят, кто когда, куда люди заходят, с какой стороны. Что-то стояли, мы такие, как будто нас нету, знаете. Делают вид, что нас нет. Да, они такие разговаривают. Несколько раз он делает. Да. Какую картошку? Я говорю, пюре. Она мне жареную. Я говорю, пюре. Они опять между собой начинают разговаривать. Я говорю, Вадя говорит, пошли. Я говорю, пошли. Вы что, оставили вон там поднос. Я только компот поставил там. Ну. Вот столовая, да, ребят. Ну, то есть, номер один. Если начать вот к тому же, да, какая столовая? Да номер один, короче. Они все. Давай пойдем сюда. Вилку, ложку. Его нету здесь. Поэтому и помню, что нет ничего. Я не спросил. Давай. Ну что, такой сырники у тебя, да? Ну, да, не знаю, да, с сметаной. Сырники 2 штуки 60 рублей, сметана сгущенка 10, компот 35, отварной рис 45, тефтели. Порция 120, хлеб 4 рубля. 274 рубля. Что по вкусу пока? С виду подозрительно. Ем пока вроде ничего. Да нет, вроде не подозрительно, нормально. Картошка водянистая, кефтель хороший. Блины не пробовал. Вот. Ты обалдел сейчас, мужик как заорет. Ну, короче, здесь фан-клуб, похоже, футболистов. Вот. Потому что футбол. Наверное, ну, не все жены разрешают дома смотреть футбол. Вот им сейчас здесь включили. Он так кричал, там, бей, гол забили. А Ваня заорал, браво. Ладно, мы потом тоже, когда, ну, научимся что-то разбираться в этом, тоже будем кричать вот это, в столовой. Вот такое возвращение. Не надо повторить ошибку, где вот дарьма сразу включаться снова. Это все в сборной России все делает правильно, снова ускоряется по правилам. Вообще роботы бегают. Да, я не смотрю, знаете, после того, с
сколько уже раз проигрыши всякие были, сколько раз подставные вот эти игры, ну явно подставные, потому что это видно все, да? Ну, чемпионаты какие-то там, якобы мы выиграли. Нет, я такое не люблю смотреть. Командная игра, это продажная, я смотрю. Вон два боксера соберутся, и только кому-то морду наколотит. Хотя и проиграют. Знаете, такие ребята же. А ну, миллионеры, короче, в мячик играют. Может, я и не прав. Да. И да, нормальная, так что ничего себе, ничего плохого не скажу. Как по еде? Что? Пойдем, средняя. Средняя. Бывает просто, я говорю, иногда так поешь, просто вау, как будто. Ну. Парень сейчас подошел, говорит, лица, говорит, не снимайте, там уберите, как-то заретушируйте. Там. А я говорю, ну ладно, не знаю, что-то. Я говорю, вывеску поешь, что я говорю, снимать нельзя. Нет, нет, снимать. Снимать можно, говорит, но лица не снимать. Мы не в том виде, говорит, чтобы нас, говорит, это. Ну понятно, все равно. Готовится в следующий раз. Да, да. Слова, да.
Ну что, давайте теперь пошумим немножечко. Мы, конечно же, продолжаем дальше. Мать четверых детей, борец с доброй воли. Какой-то там в ООН посланник. И Брэд Питт. Шварценеггер еще. Вот такие вот. А, та Анджелина Джоли. Похож, ага. Да, я тоже с ним фотографирую. Халява, друзья, халява. 300 рублей фотография с любым животным. А? Бесхозные птички сегодня, ага. С одной стороны в другую ходим по набережной. Ну, пока ничего интересного. Да все то же самое. Как, все интересно, но то же самое. Что-то вот наподобие должно получиться, потому что Вадим сейчас решил ролик снять. У них восьмая GoPro. 500 рублей это мероприятие стоит. Ну, не понравится, можете, говорит, отказаться. И, то есть, вообще закачка на телефон идет. То есть надо еще активно двигаться. Давай попробуем успеть. Пока выстрелы идут, она все равно хватать будет интереснее. Ребят, попытался сняться в клипе вот в таком, да, замедленном, но что-то, мне кажется, не очень. Ну, как есть, так ничего не стал переснимать. Они говорят, давайте переснимем. Я говорю, да нет, пойдем. Какой есть, такой есть. Там, что вы думаете уже, да? Вот. Так, что перевернуть? Вот. Пойдет, да, так? Что, друзья, что-то мы замерзли, короче. Ходим уже в кофтах вроде, все, активно двигаемся, но... А, лето. Хотели продлить лето маленькое сибирское, но вот оно сюда за нами пришло. А у нас 27 сегодня, я там созванивался, говорит, тепло очень. Вот. Как-то так. Не отпускает нас, кстати, холод в этом году. Так, ну все, мы пришли, походу. Друзья, да? Да, вот этот. Дворик школьный 83. А. Кто-то прям. Крутит вон до последнего. Сколько ж там оборотов? Это замка. Необычно. Все. Нагулялись. Спать. И не то, что спать, в интернет, короче. Комар, что ли? Ну, конечно, да. Придорожно.